Вы на канале Алекс Дэн Про, с вами Про, и это выживание в бутылке. В общем, тут автор карты нам дает такую вот бутылку, ну точнее вот эти вот многие бутылки, и мы появляемся вот в этой. Что у нас тут есть? Две таблички, дуб, береза. Под нами я слышу то, что есть спавнер пауков. Тут есть ферма тростника. Давайте, кстати, доделаем эту ферму. Вау, даже адская бутылка есть. Вы это видите? Там спавнер кого-то. Походу, это спавнер вигменов. Как я вижу. Ну и что тут надо первым делом делать? Первым делом, конечно же, тут надо, как и в обычном Майнкрафте, рубить дерево. Сначала, как вы помните, надо рубить древесину, потому что если мы сначала срубим листву, то нам ростки могут не выпасть. Поэтому, конечно же, я буду сначала рубить вот так вот листву. И, конечно же, мне уже выпал один саженец. И, в общем, я смотрел многие другие видео об этой карте, то, что вон в той пробке есть тайная комната, там полный алмазный набор. Это просто как-то круто. Уже ночь, поэтому надо сейчас уже поспешить. Посадим сразу же новую древесину. Будем немного сломать. А тут еще и цветочки есть. Если тут есть цветочки, то это хорошо, потому что с помощью цветочков, конечно же, мы сможем, например, покрасить наших овечек. Тогда будет уже разноцветная шерсть. Будет уже цветная кровать. Да сколько же там много этих пауков. Их везде сейчас слышно. Убиваем уже второе дерево, а именно дуб. Ну и пойдем в шахту за углем, чтобы осветить нашу бутылку. И тут никто не заспавнился. Сразу же посадим новый дуб. Что там еще? О, там есть какая-то бутылка. И что-то мы увидим. Это грибная бутылка. В общем, она находится повыше. Вот в чем тут трудность. Мне придется, получается, вот так вот выше строиться, чтобы до нее дойти. Второй саженец. Сейчас мы его сразу же просадим. О, сразу два выпало. Круто как-то. Ну что теперь ему надо делать? Перерабатывать наше дерево на доски. Так, дуб и береза. Сейчас мы сделаем верстак. Палки и деревянную кирку. И делается она вот так вот, буквой Т. Запоминайте рецепт. Ну и сейчас мы пойдем в шахту. Будем там булыжника, угля. И вот мы тут скопнули два блока, и уже сразу же появилась вся булыжник. Так, три булыжника. Сейчас мы уже можем сделать нормальную деревянную кирку. Ой, не каменную кирку, а деревянную положим в наш эндер-сундук. Делаем каменную кирку.
ведь она копает намного быстрее. По достижению обновка. Вот, и наконец-то у нас пошел наш уголь, который мы так долго ждали. Как эти пауки орут. Вот так их слышно сильно. Ну, пойдем на этот спаунер, мы уже в следующей серии. Что мы тут видим? Водяная бутылка, зачем это? Наверное, чтобы рыбу ловить. Что это уже? Я достаточно ресурсов добыл. Сейчас я сделаю факелы и освещу нашу бутылку. У меня уже нету палок, сейчас я их скрафчу. И делаем факелы. Крафтятся они вот так вот. Запоминайте рецепт. И осветим уже нашу бутылочку. Вот там, оказывается, ласкает бутылки пробка из светокамня. Можно будет потом собрать. Сейчас мы тут осветим нашу бутылку. Тут есть какие-то еще пробелы. Сейчас мы тут загородим все. Вот там бутылки с животными. Там свиньи, там овечки. Там скелет заспавнился. Там коровки. Я думаю, то, что я тут уже как бы достаточно так осветил. Теперь давайте там пойдем каких-то ресурсиков найдем, вроде железка. Может быть, даже попадутся алмазы. Шахте надо тоже все освещать. Ну как они орут? Тут просто очень сильно они тут кричат. Просто невыносимо. Начинает надоедать. Это вот мы тут уже ресурсиков накоптили, 52 булыжника. Ну, булыжник это тоже ресурс. Да. И у нас заканчиваются факела. Сейчас мы там тогда накоптим еще угля. Сколько я же его весь не срубал. И уже светлеет. Сейчас туда я поднимусь наверх. Сделаю уже все инструменты каменные. Зомби, там скелеты. Что там это? Земной биом, бутылка, какая-то песочная бутылка, это чтобы песок добыть, адская бутылка там есть, грибная бутылка с грибными коровками, водяная бутылка, еще одна какая-то грибная бутылка, коровья бутылка. Не вижу, какая это бутылка, но скрипером там, свиньи, там, овечки. В общем, мы это все уже узнаем получше, когда пойдем
путешествовать по всем этим бутылочкам. Ну, а что мы сейчас сделаем? Я сейчас предлагаю достроиться, да, вот этой вот тайной комнаты с алмазами. Что-то вот мы тут уже достаем. Сейчас мы там наконец-то дойдем до этой комнаты с алмазами. Надо немного повыше. И вон она, я ее уже вижу. Вот она, эта комната. И тут полный алмазный набор. Круто. Только начали уже все алмазные вещи. Интересно, зачем же я еще эту кирку делал? Если тут сразу же алмазная готовенькая. Куча алмазов. Алмазная броня. Просто это как-то круто. Сейчас мы, в общем, уже можем идти крошить кого хочешь. Алмазная мотыга, топор, меч, лопата. В общем, полный алмазный набор. То же самое и вот тут вот. Но это, наверное, я оставлю для балбеса. Как бы я тут еще по сети буду играть. Ну просто, а вот алмазная кирка, которую мы сейчас испытаем, это просто круто. Как она быстро копает. Сейчас мы вот так вот спустимся. Прыгать мы не будем. Ха, круто. Тайная комната в самом начале. И у нас куча алмазов. Сейчас мы тут наденем вот это вот все на себя. И вообще какой-то крутой. Вот вы посмотрите на меня, я только начал игру. Вот, весь алмазный. Давайте там уже наконец-то найдем это железо. И сделаем уже хоть какую-то ферму. И да, я его сразу же нашел. Сказал, давайте найдем железо, и сразу же его нашел. И как мы его тут уже много добыли, целых 8 штучек. Сейчас мы тогда сразу же скрафтим нам печку, переплавим его и сделаем уже хоть какую-то ферму. Все же нам тут понадобится еда. Как его тут много, и вот у меня уже кирка даже ломается, алмазная. Много же я этого железа тут добыл. Я сейчас сделаю такой вот нормальный спуск. И уже полностью день. Круто, да, в самом начале уже получили мы полный алмазный набор. Алмазный, а не какой-то там деревянный. Сейчас мы тут соберем весь тростник. Вот 14 железа добыли с самого начала. Сейчас надо даже за углем идти. Я же не буду на досках это все переплавлять. Этого не хватит, чтобы
переплавить все мое железо. 9. Больше как бы у меня нету, так что сейчас я его переплавлю. Так, сначала я сделаю печку. Делается она вот так вот, запоминайте рецепт. И переплавлю свое железо. Сделаю ферму. Туда я сейчас тут-то сразу же сделаю. Вот так вот. Для воды. Монстры тут уже все сгорели. И вот у нас уже есть 3 железных слитка. И сейчас мы сделаем ведро. Делается оно так. И сейчас мы тут вот зальем все. Ну, конечно же, я вот так вот бегать не буду. Я только 2 ведра воды возьму. И уже вот у меня тут готовый бесконечный источник воды. Все готово. Теперь мы сейчас возьмем нашу мотыгу. И тут сделаем нам ферму. Так, вроде бы как-то он идет на 3 блока. Да, я так и сделаю. Расширю немного. Вода распространяется на 3 блока, запомните это. Если там уже на 5 делать, то туда все же вот может опять вот так вот, как сейчас земля, которую мы взрыхлили, превратится в обычную. Берем сейчас семена пшеницы и сажаем. Ну, достижение поля чудес. Так, в адской бутылке там никто еще и не заспавнился. Ну ладно. Давайте там в шахте уже найдем какие-то крутые ресурсы. Например, лазурит или золото, или хотя бы лаву. Ну что, лава или обсидиана нужна? У меня же есть алмазная кирка. Но я уже могу спокойно добывать этот обсидиан. И нахожу редстоун. Ну а что, тоже хорошо. И алмазик. 2 алмазика. 20 алмазов уже у меня. Круто. Вот начал игру, 20 алмазов. Так, я там видел редстоун, да. Еще редстоун. Так, мне сейчас надо сделать лесенку. Я уже могу практически себе сделать карту. Там у меня уже наплавился уже этот. Что я не дал. Строимся вот так вот. 20 железа нормально. Что мы сейчас сделаем ферму тыквы? Тыква же нам тоже нужна. Нам нужна, например, там для големов, для всякой такой ерунды. Вот смотрите, какое красивое дерево выросло. Его так много. Да, я нарублю еще этого тростника. И сделаем уже карту. Посмотрим, как
выживание в бутылке будет выглядеть на вот этой вот карте. Так, Эндерсон с деревянной киркой. Что мы тут сюда сейчас можем положить? Цветочки наши, которые нам не нужны. И сейчас мы сделаем карту. Делается она таким образом. Для того, чтобы нам сделать карту, для этого нам понадобится компас. Чтобы его сделать, нужно железо и редстоун. И у нас получается компас. Еще нужен вроде бы как бумага. Потом мы вот так вот обводим бумагу. Сюда ставим компас. Получаем чистую карту. Если мы нажмем тут вот правую кнопку мыши, то мы создадим уже настоящую карту. Видите? Что мы тут видим? Вау, круто. Какая-то вообще крутяковая карта. Вот. Так вот красиво выглядит эта карта, когда там на скайблоке, на Cloud 9, на выживание в бутылке, на таких вот картах. Так, ну давайте уже срубим дерево. Тут так много. Пауки эти орут. Почему в этой адской бутылке так никто и не заспавнился? Так. Что тут у нас есть за острова? Видите вот этот вот большой остров, на которого сейчас стрелочка показывает? Вот это деревня. Такой вот большой остров аж. И я тут уже погибаю с голоду. Поэтому мне уже надо хоть в какую-то бутылочку пойти. Ну, я хотя бы, если что, я знаю, я посмотрю план. Там же есть спавнер пауков неподалеку. Они меня могут спокойно убить. Ну, я, конечно, засуну все свои вещи в сундук. Сундук, точнее. И тогда, как бы, ну, мои вещи не пропадут. Только опыт. Ну что ж, ребятки, на этом видео подходит к концу. Итак, подводим итоги, что мы сделали в этой серии. Дошли до вон той вот тайной комнаты. Сделали такую вот шахту. Ферму тростника уже доделали. И ферму пшеницы. Ну и карту, конечно же. Ну что ж, друзья, и на этом все. Если вам понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал AlexDNPro. Ну что ж, всем удачи, всем пока.